без понятия, потому что у нас очень мирные соседи. И мне как бы обращаться не приходится, и поэтому не в курсе. Скажите, а в чем видите смысл профессии участкового? Зачем он нужен? Вообще, я считаю, для поддержания порядка, допустим, вот в общественных местах, да? И вот как? Участковый у нас с кем ассоциируется? Здравствуйте. Жалобы? Ну, опять же, да, по соседям, вот все. Проверки, там какие-то семьи неблагополучные. Учитывая, если у тебя дети в семье, то это должно быть как-то порядок, чтобы ты знал, куда обратиться, если что-то случается в семье. Или с соседями, или с близкими людьми, поэтому он должен быть. Мы должны его знать, но мы не знаем. Нет, не знаем. А насколько важна вообще его функция, его роль? Ну, я думаю, что в связи с такой обстановкой у нас не совсем благоприятная в городе. Скорее всего, нужна. Нужна обязательно. Но мы не знаем своего участкового. Нет, не знаю, честно. Честно, не знаю. Он где-то у нас на Новоучейском, а где, не знаю. Он ни разу не касались к нему. А скажите о его функциях, зачем он нужен сегодня? А нас... сегодня вот нужен как? Защищать нас, наверное. Какие обращения есть к нему, так что помочь. Ну, один мне участковый помог, конечно. Мне когда мобильный украли, но он уже его не работает, помог. Ну, как помогать жильцам в их вопросах, в жалобах. На то он и участковый называется. Участок, он над этим участком быть старшим должен. И знать людей, которые проживают на этом участке. Кто пьет, кто пьянствует, кто дерется. Вот это участковый. Если честно, нет, но у нас была недавно ситуация нехорошая, там цветы воровали, поэтому участковый этой проблемой занимался, это я точно знаю. А скажите вообще, в чем заключается суть функции современного участкового? Ну, на определенном своем участке, выделенном, да, специально для него, следить за порядком, я так понимаю. В новых домах, наверное, достаточно сложно, но по идее он должен знать всех жильцов своего района.